Последние минуты атакуют поострее. Ну, так потому и вышел Иску, наверное. Перегруппировались, наконец убрали Хименеса. Да, и вот там медленно, неторопливо пошел снимать тренировочную кофточку и жилетку Олесио Черчи. Сейчас мы увидим на поле. Хуан Фран получает передачу от Гризмана. Момент. И 2-1. Пожалуйста. Пожалуйста. Третий раз Орда, да? Выдал, как разыграли. Да. Как разыграли сейчас. Это в коллекцию. Как пропустил мяч Рауль Гарсии. Кстати говоря, мяч покатился в воротах так же, как после пенальти Криштиану Роналду. Тоже облизал сеточку. Из того же, да, самого угла, да. Орда забил. Орда вышел на поле и забил. Какие опять могут быть претензии сейчас к Асилюсу? Как играет в обороне Реала, это, конечно, песня. Ну и Орда прекрасен. Была видна его нацеленность на гол. И замена у Реала. Защитник вместо... Кстати, даже не Олесио Черчи выйдет, а выйдет Марио Суарес. Возможно, сейчас переиграли замену, потому что...